С миром. С миром. Я вот по какому вопросу. Олег сейчас сват выставил в общем чате, где наше занятие, материал Александры Дмуха. Но? О преемственности рукоположения. Но еще? Что делать? Ничего не делать. А куда он выставил? В общий чат, где наши занятия проходят. То есть все, которые в группе, могут там читать. Ну, к такому источнику он и пришел. Из этого гнилого места он ничего не возьмет. Только делов-то. Что он может сказать-то? 2000-летний опыт церкви отбросить? А какая-то муха навозная будет говорить что-то? Да ему рта раскрыть нельзя. Он из-за чего бунтует? Потому что церковь отвергла его как гнилой член. Он никто. И будет он теперь говорить, он только лаять может. Как протопоп Авакум говорит. Я хочу посоветоваться вот с чем. Я, как ведущий, его предупреждал, свата, чтобы он баптистские толкования не в нашем православном занятии не делал. Он меня не слушает. Ну и все. Еще два предупреждения. И все, скажи. Здесь занятие идет. Как углубленнее на сегодняшний день понять места писания в толковании блаженного Феофилакта, а не для того, чтобы тут гниль всякую сектантскую заносить. Найди другое место там, где есть там разливая эта мерзость. Для нас это гнуснейшая ересь, что он говорит. Вы вне церкви, вы не причащаетесь, не просвещенный Духом Святым. И что вы можете изречь мудрого? Говорит, толстое чрево не рождает тонкие мысли. И весь ответ. Сказал ему, и сразу запрети, нет у тебя педали, есть, нажми. Скажи, я вас предупреждал, нет, больше вы сюда не зайдете. Он, как правило, такие люди начинают где-то в другом месте заливать, говорят, но это все кончится очень быстро. Он... Мне сейчас его блокировать или еще раз предупредить-то? Уже было предупреждено два раза. Я, куда он это поставил, я не пойму, в наши занятия? Конечно. Ну, выброси, и все. Зачем это нужно? На другом месте ставь, скажи, это другое назначение. Есть скотомогильник, туда собак дохлых тащат, а в церковь нельзя. Мы церковь, а ты никто. А, от рожек, от Дафана, Верона и Корея. Зачем нам? Там пропасть ада дымится все еще. Со времен Моисея. И вот второй Олег там уже пишет амин, то есть тоже, который... А он пишет, ну, короче, они там... Вот пускай он с ними питается. Скажи, там, у мухи на помойке питайся. А нам это не надо. Ты ему скажи это, и все, скажи, я это удаляю вас, и занимайтесь в другом месте. Вас уже предупреждал два раза, это третий раз окончательно. Вам наш не нужен здесь. Вы нашли нас для того, чтобы здесь рассеивать заразу сектантскую, еретическую. Нам это нельзя. Антоний Великий говорит, я никогда в жизни ни разу не беседовал мирно с еретиками. Угу. Вот запомни эту фразу. В общем, я их удаляю из группы. Конечно. Все. Удаляю, предупредил, он не понимает ничего. Он пришел не учиться, а учить. А что он может учить, когда он вне церкви? Он отвергает Златоуст, отвергает каноны, жития святых. Зачем нам это нужно? У него ничего нету. Он несет то, что ему навеяли сектанты, еретические, промытые мозги американскими штундами. Нам это не надо совсем. У нас назначение исследование Писания по святым отцам Вселенской Церкви. У меня приходили на занятия, ты знаешь, в университетах-то ни один не пытался что-то навеивать. Нет, значит, и все на этом конец. И в писанном виде никто не вставал, не кричал. У нас был абсолютный порядок. Если табаком пахло, одно предупреждение, в следующий раз в дверях уже мы... Держали его. Ну все, я этих двух Олегов исключаю без всякого. Все, наш разговор я выставляю в интернет. Ты не против? Я не против. Все. От нас ничего не надо больше? Пока нет. Благодарю. Более решительно поступай. Предупредил и все, скажи. Здесь только слушать надо. Слушать. Что нам говорят святые отцы. И спросить, а как это применить в сегодняшней жизни? Вот для этого мы и собрались. А он-то совсем не слышит ничего, умничает. А что умничает, когда он даже и у баптистов-то не бывает, он нигде. Они оба нашли друг друга. Я даже вчера заметил, когда вы начали отвечать на его вопрос, он все время с поднятой рукой сидел. Я видел. Он не слушал. Он не слышит ничего. Запечатано там. Говорит, имя не написано в книге жизни, и поэтому бесполезно разговаривать. Я думал, может повлиять. Нет.
Это за этим еще то, что он не говорит, что с ним было, как муха. Он не говорит, что он развратник, что он в гнусном прелюбодеянии живет, нераскаянный. Это обязательно что-то с этим связано. Это блуд ума, не только тела. И тут не надо, я вчера сказал тут, который выставляется, другой-то все время против говорит, а грех как, прощай, я ему сказал. До глубокой старости дожили, с греха не можете вылезти, курите, пьете, материтесь. И не разрешай разговаривать им. Вы можете только слушать. Вообще лишаете всякого слова. Мы ничего не теряем, что их не будет. Они не хотят Бога знать. Не хотят церковь православную признавать благодатной. Зачем нам нужны они? Сквернавцы. У блаженов Епилакта они называются гнуснейшие ереси. Гнуснейшие. Ну все, пока. Ну все, с Богом. С Богом. Решительно будь, ты хозяин. Два предупреждения, скажи, третье навсегда закрываю в черный ящик. Давай.